Всем привет, и на канале Sagen Review. Меня зовут Сергей. В этом видео я покажу подборку 5 мотоциклетных шлемов с AliExpress. Видео не является обзором этих товаров. Оно создано в целях показать интересные вещи на основе отзывов на AliExpress. Все ссылки на товары вы найдете в описании. Прежде чем начнется ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Поклонникам киновселенной «Хищник» посвящается этот товар. Скажем откровенно, шлем не самый дешевый, зато какой фурор вы произведете при появлении на сходке мотолюбителей. Областью обзора пришлось пожертвовать для усиления защиты подбородка и рта. Однако само стекло выполнено из сверхпрочных материалов с примесью серебра. По бокам из шлема выходят кнуты или волосы, наподобие тех, что у хищников в кино. Практически толка от них почти нет. Их наличие объясняется только декоративной необходимостью. Наконец, над правым ухом размещен LED-фонарик, питающий от пары батареек, которых в комплекте нет. Фонарь плотно держится на голове за счет двух скоб, закрепленных болтами на шлеме. В качестве дополнительного гифта можно получить подшлемник. Почти полностью шлем выполнен из углеродного волокна, что снизило его вес и превысило мобильность. Может использоваться как любителями на сходках, так и в кроссовых соревнованиях. Вес для максимального комфорта и легкости – так мог бы звучать слоган товара. АБС-пластик, из которого сделан шлем, получился достаточно прочным. Но не это главное, а крайне обтекаемая форма, снижающая трение ветра в вашу голову, как бы странно это ни звучало. Многослойное буферное EPS-покрытие предлагает почти полное поглощение энергии удара и солнца. Удобная мягкая подкладка состоит из дышащей технической ткани с гипоаллергенными свойствами, впитывающая влагу, вентилирует вашу кожу и не стесняющую движение. Стильный дизайн флип-объектов обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения. Впускные и выпускные каналы обеспечивают достаточную вентиляцию, чтобы исключить лишнее запотевание. Вес шлема составляет 1 кг, что делает его весьма привлекательным относительно конкурентов и неплохим выбором для кроссовых соревнований и внедорожной езды. Профессиональный шлем для кроссовой езды. В глазах сразу бросается его толщина и форма, полностью закрывающая лицо и шею. Сверху на передней части расположены прорези воздуховоды, которые забирают воздух и охлаждают внутреннее пространство, защищая от пота и перегрева. Дополнительно над бронными дугами есть микроскопические сетчатые прорези, выполняющие аналогичные функции. Интересно и то, что вентиляция предусмотрена даже для подбородка, но эта щель незаметна вообще. Итог. Вы получаете очень защищенный и вентилируемый шлем с 18 различными расцветками для мотокросса. Конечно, его цена крайне высока, но экономить на безопасности, особенно тем, кто участвует в гонках на мотоциклах, не рекомендуется. Новые технологии защиты в сочетании с легкостью и качеством можно получить при покупке Vettel Hermel. Корпус шлема состоит из 5 слоев, где основной служит ABS-пластик, а дополняет его термослой, невосприимчивое к воде покрытие. Буферный слой поглощает самую большую часть энергии. Техническая ткань выполнена из гипоаллергенного сырья. Ее легко можно снять и помыть. С помощью встроенного переключателя можно регулировать степень защиты, обезопасив себя от лучей в солнечную погоду. Идеальный подход как для мотоциклистов, так и велосипедистов. Тканевая сумка тоже качественная. Полностью защищает шлем при транспортировке. В качестве основной проблемы покупатели отмечают сложности при использовании визора, который тяжело регулировать и действовать необходимо на ощупь. 22 различные окраски и голый мотошлем предлагает продавец данной модели. Она разработана в тесном сотрудничестве с профессиональными спортсменами, но для мотокросса использовать ее не рекомендуется. Дополнительно можно бесплатно заказать гифт, отлично сочетающий со шлемом. Это может быть маска, подшлемник или перчатки. Покупатели в отзывах отмечают легкость и качество, полностью соответствующие своей цене. Замечательно показывают себя во время покатушек на квадроцикле в лесу, высылаются в транспортировочной пупырке. При нахождении дефектов вы можете связаться с продавцом, и он вернет вам часть денег или всю сумму. После распаковки необходимо проверить шлем, так как в нос сразу бросается запах ABS-пластика. Внутренняя вентиляция оценится как средняя. Все из-за системы защиты. Спереди шлем сильно вытянут вперед для защиты подбородка и лба, а разбавляет конструкцию пластиковые вставки. Все ссылки на товары вы найдете в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, тогда ролики будут выходить чаще. Всем пока!